Чебоксарах создается единая сеть детской клинической больницы. Речь идет о слиянии городских детских больниц номер 3 и номер 1. Главная цель объединения – создать в городе одну хорошую, удобную, комфортную клинику. Все медучреждения остаются на местах, объединение только повысит качество и доступность медицинской помощи, заверил министр здравоохранения республики Владимир Викторов. Надо ведь тоже учитывать иммиграционные процессы, которые у нас сегодня происходят по городу Чебоксары, когда новые строительные площадки, новые микрорайоны развиваются, население мигрирует, и с учетом этого создание единой детской больницы по городу Чебоксары позволит нам своевременно оказывать и создавать, формировать педиатрические участки в зависимости от миграции населения по городу Чебоксары, ну и, конечно, увеличение доступности и качества оказания услуг, диагностических услуг. Сегодня мощная диагностическая база сконцентрирована на территории третьей больницы, и все население города Чебоксары будет отнесено к одной больнице.